У 60% сотрудников должен быть иммунитет к COVID-19. Удаленку для невакцинированных сотрудников ульяновских предприятий отложат на месяц. В правительстве региона сегодня пояснили, какие именно изменения внесли в указ о повышенной готовности. Прежде всего, они касаются проведения вакцинации в организациях и на предприятиях. Так, до 1 июля 60% сотрудников должны сделать прививку от коронавируса, либо подтвердить наличие антител. В противном случае руководителям рекомендовано тестировать сотрудников не реже одного раза в две недели. В случае, если нет подобной возможности, то люди, которые входят в категорию определенной указе, должны им рекомендуется находиться на удаленной системе работы, поскольку защитить их жизнь и здоровье и, опять-таки, еще повторюсь, не допустить передачи и распространения заболеваний. Вакцинация никого не принуждает, но задача правительства – сделать ее наиболее доступной для всех желающих. А потому прививки можно будет сделать прямо на рабочих местах и абсолютно бесплатно. Осуществлять контроль за исполнением указа губернатора будет мониторинговая группа. Отмечу, вакцинация от коронавируса будет внесена в национальный календарь прививок.